Залог каждой успешной музыкальной поп-группы – нет, не голос в 4 октавы, а грудь 4-го размера. Звездное тело. На него смотрят, его хотят и за него очень хорошо платят. И если на него можно будет не только посмотреть, но и потрогать после выступления, цена корпоратива увеличится в разы. Выступление с привкусом клубнички. Журналисты секретных материалов решают проверить, насколько легко заказать артиста на горячий корпоратив в сауну. Вас не смущает то, что то сауна, возможно, гости будут в полотенцах? Да, это же наша работа. Хоть голые, хоть сидят. Нам все равно. Кто из звезд таки согласился на наш корпоратив и кто не откажется от продолжения банкета? Одним словом, секс со звездой. Только в секретных материалах. Украинский шоу-бизнес – дело не для скромных. Полуголые тела, поющие нехитрые песенки – вот что продается лучше всего. Особенно, если тела не только пластично двигаются под фонограмму и вовремя открывают рот, но и предоставляют другие услуги своим зажиточным слушателям. Звезды без комплексов. Кто из украинских артистов не постесняется выступить на нашем горячем и откровенном корпоративе? Это будет проходить, скорее всего, где-то в сауне. Мужчины будут праздновать день рождения в своей такой небольшой компании. В сауне? Да. Какие расценки на корпоратив с дубовым веником? И как заказать звезду с продолжением? Все, 10 тысяч евро, все, я тогда узнаю дату. Для того, чтобы понять законы шоу-биза изнутри и насколько раскрепощенными нужно быть, чтобы получить статус звезды, мы решили пройти кастинг в новую молодежную поп-группу. Отправляем, и вуаля! Нас сразу приглашают на собеседование. Юлия? Да. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Здесь все по-настоящему. Поем и танцуем, как участницы из группы «Виагра». После проб пытаемся разговорить кастинг-менеджера. К тебе девочки приходили, и билет танцевали. Вообще, зачастую таких чаще всего было. Мы понимаем, что не будет не только пить, но и песни развлекать. Кто же из украинских звезд прошел подобный кастинг? Секретные материалы приглашают украинских звезд на корпоратив для взрослых. Надеюсь. Вас не смущает то, что то сауна, возможно, гости будут в полотенце? Да, это же наша работа. Хоть голые, хоть сидят. После этого мы решили позвонить самым любимым группам украинских мужчин. Как тут не захотеть продолжения? Это в Киеве. Один достаточно известный человек будет организовывать день рождения. В принципе, можно. По деньгам 16 тысяч евро. Возможно ли после выступления пообщаться с девочками, выпить шампанское, познакомиться? Как-то так. А что за личность? Тогда мне надо знать. Вы знаете, я вам сейчас не могу сказать. Мне не дали добро сейчас рассказывать. Получается, если очень уважаемые люди попросят, то Виагра от сауны не откажется? А это самая откровенная группа нашей эстрады. Делай, как хочется, оставим только мятые простыни. Они не стесняются горячих корпоративов. Может, заглянут и к нам? Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Хотела бы поговорить с вами по поводу корпоратива. Хотели бы пригласить группу Никита. 10 тысяч евро. Мой шеф, возможно, захочет продолжение праздника. Возможно ли такое организовать? Сейчас так я вам не отвечу. Угу. Продолжение, то есть он захочет еще и выпить с девочками шампанское или что? Может выпить шампанское, да. Может быть, что-то больше. Довольно часто. Если девочки захотят с ним потусовать, поужинать. Можно, это как можно. Стадионы, опен-эйры и концертные залы.
Но, как оказалось, звезды старательно будут открывать рот не только на сцене, а и в вашей сауне. Деньги решают все. Это началось где-то в 97-98 году в Москве, когда придумали такой концепт продюсерский, группу «Стрелки». Вот. Взять девушек, которые проститутки в Москве или стриптизерши, а человек на сцене, априори, у заказчика вызывает чувство дать денег больше, чем на обычную проститутку. Сверхприбыльный бизнес прижился и в Украине. Группа с красноречивым названием «Кремль» продюсера Руслана Минжинского – одна из первых банных украинских групп. Счет за корпоратив группы «Кремль» – 6 тысяч евро за две песни. Больше у группы просто нет. Но в сумму также входит часовой секс. Вопрос такой, сколько есть времени там, допустим, у шефа, сколько они с ними времени проведут? Стандартный проститутовский набор. Сегодня первооткрывателей банного творчества в Украине больше не существует. Здравствуйте. Хотела бы заказать на корпоратив группу «Кремль». А я зараз готовлю.